В свои 16 они уже программируют на разных языках, пишут на Python навыки для Яндекс.Алисы, а на Java мобильные приложения для Android. Старшеклассники признаются, что сидят за компьютером дольше, чем рекомендует Минздрав. Но какова цель? Общество наше очень быстро развивается. Технологии каждый день, их становится все больше и больше. Я считаю, очень важно изучать это, чтобы просто не выйти из колеи, всегда следить за новыми разработками. Уроки цифры проходят по всей стране. Они важны не только для тех, кто планирует связать свою жизнь с программированием. Границы стираются. Сегодня каждый, кто держит в руках смартфон, может в какой-то степени считать себя айтишником. Цифровизация проникла во все сферы жизни. Образование, культура, она закладывается уже в школе. Поэтому для меня основная цель, наверное, показать важность цифровых компетенций, практик, уже начиная со школы. Посмотреть, кто в области как воспринимает это, какая практика, какая база создается для того, что будет дальше. Ну и популяризация IT, цифровых технологий среди населения.